серый воняет, а с виду будто самогон кто-то гонит. Блин, странное все-таки место. Странное. Такое ощущение, что там что-то горит. Или просто кто-то слишком много курит. Кстати, одно другому не мешает. Серый воняет, а это настораживает. Чего тебе, Ваня? Устал я чё-то. Устал? Ну, такой молодой. И что теперь? Устать не могу. Чего тебе, Ваня? А ты только таксуешь или еще чё могёшь? Или еще чего? Пеку я. Я ведь печка. Печешь? Ну, спеки чего-нибудь. Поглядим, как ты печешь. Да у меня ничего помимо теста нет. Начинка нужна. Мне и без начинки сойдет. Тебе, может, и сойдет, а про меня потом слухи поползут, что, мол, печка туфту несъедобную гонит. Фигово. Слышь, печка, яблоко для начинки покатит? Какое? Серебряное. Покатит, если ты им, конечно, упырей всяких подчивать не станешь. Тогда сообрази какую-нибудь там шарлотку. А, хозяин-барин. Шарлотку? Так шарлотку. Упырей, говоришь, лучше не угощать? Лучше не надо. Они серебра не переваривают. Дерни за веревочку и... Не хочу навязываться, но все же... Что вам? Да Кощей нужен срочно! Кощея нет. Или Тапсан. Приходите в полночь. Я вот подумал, что до обеда-то еще далеко. Может, перекусим пока? Что это? Пирог яблочный. Без чеснока? Конечно, это же десерт. Точно? Да вы ешьте, не бойтесь. Ничего, кроме теста и яблока. Серебряного. Какого? Какого? Серебряного. Я разве не предупредил? После этой пакости пальцы мыть придется. А у меня ни воды, ни мыла. После этой пакости... Уж не Кощей ли ты бессмертный, дядя? Я бессмертный. О как! А чё так грубо-то? Да лучше умереть, чем жить с таким позором. Во как! С каким таким позором? Все думают, что я главный, блядь, что я принцессу царскую украл. А ты не крал? Сначала крал, а потом меня самого заперли здесь. Но теперь сижу, расхлебываю, блядь. А царя нафига шантажировал? Да вот, хотел над всеми властвовать, блядь. А сейчас, значит, не хочешь уже? А сейчас не хочу. А чего же ты хочешь? Хочу, чтобы все стало как раньше. Да? А я думал, ты здесь, мистер Зло. Чего? Разочаровался? Немного. И кто же у вас тут главный мега-злодей? Супруга царская. Царица, чтобы ее... Оборотень она на самом деле, а не баба. Ну, пинцет, я, конечно, подозревал, что не без ее участия царевну скоммуниздили. Но что она оборотень? Вот так вот. Ух, образина заморская, блядь. Да расскажи.